Мы с тобой закрасим 4 конфеты. 1, 2, 3, 4. Урок математики в особенной школе и проводится по-особенному. Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья номер 39 начала новый учебный год в роскошных интерьерах. Благодаря нацпроекту образования учреждение получило порядка 10 миллионов рублей на капремонт и еще 7 миллионов на оснащение современным учебным оборудованием. Большое внимание в образовательной организации уделяют мастерским бытового назначения. Так, в классе основ социальной жизни ребята учат готовить изысканные кулинарные блюда. Юные поварята и их педагог берутся за самые смелые рецепты. Ребята, сегодня мы будем с вами готовить шарлотку. Кто знает, что это за такой вкусный пирог? По соседству маленькие пряхи обучаются основам кройки и шитья. В класс закупили специальные световые мониторы и швейные машины. Девочки с большим интересом рисуют лекала для будущих дизайнерских проектов. Тема сегодняшнего нашего урока – продолжение выполнения подарка «Салфетки для мам». И сегодня тема «Перевод рисунка на ткани». А вот мальчики заняты картонажно-переплетным делом. В их мастерской разрабатываются проекты издательской продукции. Рисуем линии пунктирные, точку пунктир, тонкие, толстые и переписываем, как они называются. Всего в школе были полностью отремонтированы и оснащены 4 учебные мастерские по профилям: строительное дело, картонажно-переплетное дело, швейное дело и основы социальной жизни. Антон Никонов и Герман Баранов, Улправда ТВ.